ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы с вами продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 21. Эта глава называется «Движение солнца». Как есть такое знаменитое выражение, все движется, все течет, все меняется, за исключением души человеческой. Экклезиаст говорил так. И в Бхагавад-гите душа названа ачала. Ачала значит недвижима. Поэтому с какой-то стороны вот эта эгоцентричная концепция, она имеет место, потому что все движется за исключением души. Но это лишь теоретически, то есть это возможно. Потому что, в конце концов, наша задача – переместить душу в духовное пространство, в духовную реальность. Хотя, с другой стороны, духовное пространство, духовная реальность пронизывает все в этом мире. И вот как нам это совместить, это помогает Бхагаватам. Бхагаватам постепенно плавит наш мозг, который достаточно костный. И, ну, с одной стороны, системность – это хорошо, и она должна быть, она имеет место, но часто эта системность обусловлена, это лишь какой-то узкий взгляд на вещи. Но когда мы соприкасаемся с Бхагаватом, поэтому квалификация, чтобы услышать Бхагаватам, это шрада, это предварительная квалификация. Если нет этой предварительной квалификации, то наш ум, наш мозг будет биться, как горох об стенку, о Бхагаватам. Потому что много разной информации, которая с первого приближения кажется противоречивой. Но это только лишь с первой точки зрения или с обывательской точки зрения. И для того, чтобы нам проникнуть в тайны Бхагаватам, нужно не спешить с выводами. Говорится, кто понял жизнь, тот не спешит с выводами. То есть нужно слушать Бхагаватам и задавать вопросы по Бхагаватам или связанные с этим темы. И мы с вами продолжаем читать главу, которая описывает движение солнца. Предыдущая глава была «Устройство Вселенной». Мы напомним сегодня некоторые вещи из этой главы. Описаны двипы. Двипы – это острова, они концентрические круги, которые движутся, или скопления планет, которые движутся вокруг горы Сумеру, и Солнце также движется по своей орбите. И мало того, Солнцу также поклоняются, как проявлению Верховной Личности Бога. Для чего нам это все нужно? И для чего это нужно было Махараджу Парикшиту? Вопрос. Неужели он такой астролог, или он планирует стать астрологом, или астрономом? Зачем нужно было уделять столько времени, столько глав, которую описывает астрономия, описывает движение этих гигантских светил? Как вы думаете? Чтобы понять свою незначительность. Самому невозможно выбраться. Замечательно. Очень хорошие причины, по которым у Шукадевы Госвами была возможность рассказать. Но основная – это то, что Махарадж Парикшит задал вопрос, о чем должен думать человек в момент смерти. И другими словами, Шукадева Госвами рассказывает все обо всем.
для того, чтобы где бы наш ум ни оказался, в какой части Вселенной, в каком месте, он видел связь этого с Кришной. Кришна говорит, что я пронизываю все, я везде. Но это цитата, это мы просто, знаете, как человек может из статьи вырезать какой-то слоган, поместить себе где-то. Это слоган. Но что за этим слоганом стоит? Например, я говорю, лампочка. Лампочка. И вот вы говорите ребенку, лампочка. Он впервые слышит это слово. Что за этим словом для него стоит? Ничего абсолютно. Пустота. И вот Кришна говорит, я есть все. И что это значит? И с этого начинается, я есть все. Но дальше Шукадева Госвами начинает описывать, что означает «я есть все». И вот для этого нужно время. И вы большие молодцы, что вы выделяете время на то, чтобы разобраться в этом. Итак, мы прочитаем несколько стихов, начиная с четвертого текста. Так как текста нету на доске, я прочитаю сам. И потом пословный перевод мы вместе прочитаем. Яда меша тула йор вартате тада йо рани самани бхаванти. Яда вришабха дишо панчасо ча рашишо чарати таддхани ива варданте красати ма крацати ча маси маси экайка гатика ратришо. Когда солнце проходит через мешу овен и тулу весы, день равен ночи. Когда оно проходит через пять знаков, начиная с вришабхи, тельца, продолжительность дня сначала возрастает, пока солнце не войдет в знак рака, а затем постепенно, примерно на полчаса в месяц, уменьшается, пока день опять не станет равным ночи, когда солнце находится в весах. То есть это то, что мы наблюдаем в нашей повседневной жизни, что весной день начинает пребывать, ночь сокращаться, и осенью, наоборот, день начинает сокращаться, а ночь пребывать. И мы видим взаимосвязь, то есть это не просто волшебство, с этим связано движение Солнца во Вселенной. Следующий текст, а здесь ряд текстов без комментариев. Яда врищик кадишу панчасу вартате тада город трани випарья нибхаванти. Когда солнце проходит через пять знаков, начиная с врищики, скорпиона, продолжительность дня сначала уменьшается, пока солнце не войдет в знак козерога, а затем с каждым месяцем постепенно увеличивается, пока день снова не станет равным ночи, когда солнце находится в Овне. То есть мы видим, что в Овне, в этом знаке, происходит равноденствие. Да, и знака Скорпиона, то есть это осенний период, продолжительность дня начинает уменьшаться. И со знака Козерога продолжительность дня начинает увеличиваться. И равностояние дня и ночи происходит в Козероге и в Раке. То есть это Рак описан был в предыдущем стихе. Текст шестой. Явадакшинаям агани варданти яватугаям ратраю. Пока солнце движется в северном полушарии, продолжительность дня увеличивается, а продолжительность ночи увеличивается, пока оно движется в южном полушарии. Таким образом, мы видим, что в северном полушарии солнце движется с весны, лета, то есть это вот северная часть полушария. Южная часть полушария – это осень, зима. Один текст Кришна выделяет Бхагавад-гите на эту тему, пару текстов, по-моему, где Кришна описывает о том, когда благоприятно оставить
для йога этот мир. Да, и там говорится о том, что когда солнце движется в северном полушарии. Эвам нава котая эк панчашал лакшани я джаная нам манасот тара гири париваратана на сопадишанти тасмин а индрим пурим поравас ман мирор девадханим намадакшена то миям самьяманим нама пащит варуним ним лоченим нама утаратах саумьям вибхарим нама тасудая мадхи кнастамаям нистха нити путанам праварти нивритти нимиттани самая вишешена мерош чатур дишам. Шукадева Госвами продолжал: «О, царь, как я уже говорил, мудрецы сообщают, что солнце проходит вдоль вершины кольцеобразной горы Манасоттара, описывая окружность длиною 1 миллиард 236 миллионов 300 тысяч километров». То есть такова длина окружности, по которой движется солнце. И мы видим, что гора Манасоттара, она указывает некий путь, или вдоль этой горы идет движение солнца. На Манасоттаре к востоку от Сумеру находится город Девадхани, обитель царя Индры. Точно так же к югу от Сумеру находится город Самьямани, обитель Ямараджи. К западу обитель Варуны, Нимлочини, а к северу Вибхаври, обитель Бога Луны. В каждом из этих царств восход и заход солнца, полдень и полночь наступают строго определенное время, побуждая всех обитателей тех мест приступать к своим делам, а также прерывать их. То есть мы видим, что восход и заход солнца существует в этих обителях, также существует полдень. И очень важный момент здесь, чему побуждает нас солнце? Приступать к своим делам, а также прерывать их. Есть такое выражение: к делу времени, а потихе час. Кто рано встает, тому Бог подает. То есть на самом деле солнце определяет нашу активность. И мы можем заметить также невооруженным глазом, как только восходит солнышко, весь мир начинает шевелиться. Вся природа, даже если мы не в центре урбанизированного города, а где-то на окраине, а может быть в лесу, все равно все стимулирует солнце. Вот когда рано мы встаем, с восходом солнышка, что мы чувствуем? Радость чувствуем, да. И счастье. Жизненная энергия, прана движется вверх вместе с восходом солнышка, и мы чувствуем, как нас начинает нести по жизни. И если человек просыпается позже, уже у него нет этого ощущения, что его несут по жизни. Он уже вынужден бороться по жизни, сражаться, протискиваться, потому что солнце дает определенную энергию, определенный теджес, и мы как бы присоединяемся к этому движению солнца. Солнце позволяет преодолевать препятствия и исполнять дхарму. На самом деле, почему существует свет? Свет существует для того, чтобы мы смогли различить, что является нашей дхармой, а что не является, и в течение дня выполнять эту дхарму. То есть солнце – это как светильник. Что такое адхарма? Адхарма – это темнота, это невежество. И когда мы ночью просыпаемся, если мы хотим куда-то добраться, нам нужен светильник, нам нужно зажечь светильник. Этот светильник указывает нам путь, куда нам двигаться. И с восходом солнца
Солнышко нам указывает путь Дхармы, куда двигаться. Поэтому Солнцу поклоняются во Вселенной. И мало того, Солнце дает силу реализовывать эту Дхарму, выполнять эту Дхарму. Почему сейчас так много болезней, много страданий, психологических расстройств, физических расстройств? Даже если не брать Кали-югу, даже если не брать отсутствие духовности, люди могут просто уменьшить свои страдания, если они просто начнут жить в соответствии с законами природы. И в этих текстах Шукадева Госвами дает понимание устройства, что все закономерно. Почему надо рано вставать, почему надо солнышком вставать, что существует светило, которое определяет ход жизни. Не я определяю ход жизни своими желаниями. Современная цивилизация очень разбалована. И вот эта разбалованность приводит к чему? Смотрите, если ребенок с детства разбалован, он что хочет делает, как хочет ведет себя, в школу не ходит, ест целыми днями конфеты, смотрит компьютерные игры, играет. Что будет? Какой результат? Ну, плачевный, да? Но если там с определенного возраста в жизни ребенка появляется дисциплина, появляется осознание, осмысленность, disciple, ученичество, дисциплин. Ученичество и дисциплина очень близки друг к другу. Ученичество начинается с дисциплины. Для чего мне дисциплина, как вы думаете? Для того, чтобы достичь того, чего я хочу. Очень просто. Но люди проходят этот промежуток, они просто говорят, я хочу, и все. Нет дисциплины. Дисциплина нужна для того, чтобы достичь того, чего я хочу. Тапо дивьям путра каенам, Махараши Шабадев говорит, мои дорогие сыновья, если вы хотите чего-то достичь, нужно тапасия, аскеза. И дисциплина это равно тапасия, аскеза. Потому что тапасию, аскезу дает нам кто? Гуру. Изучая Бхагавадгиту, мы находим в 4 главе, что духовный учитель Тадвиди Пранипатана дает нам знания. И вместе с этим знанием он дает нам практику или аскезу, которая позволяет нам реализовать это знание. И для чего? Знание само по себе, вот знание Солнца, движение Солнца, оно само по себе не нужно. Для чего оно нам нужно? Чтобы достигать своих целей. А наши цели чем определены? Что определяет наши цели? Мировоззрение. У лягушки одно мировоззрение, а у орла другое мировоззрение. У паучка одно мировоззрение, у орла другое мировоззрение. У слона третье мировоззрение. Это определяет их образ жизни, движение, цели, что они делают, куда движутся. И Бхагунам Джанманаманте, после многих-многих рождений, этот паучок получает тело человека. И он не знает, что с ним делать. Он продолжает использовать эту янтру, это тело человека, так же, как и паучок. Плетет себе паутинку, там делает гнездочко, охотится за насекомыми. И, в принципе, вот ему тогда говорят, ну, зачем тебе это такое сложное устройство? Ну, зачем тебе компьютер, чтобы считать таблицу умножения? Ну, зачем? Ну, возьми счеты, возьми калькулятор. Компьютер зачем тебе? Вот вы, когда покупаете компьютер, вы приходите в магазин, говорите, я хочу компьютер. Что продавец вас спрашивает первым образом? Что вы собираетесь на нем делать? Мне нужен самый лучший компьютер, дайте мне последнюю модель. А что вы собираетесь на нем делать?
Я на базаре торгую, мне нужно быстро цифры отнимать, прибавлять и умножать. О! Так у нас есть хороший калькулятор. Он меньше, он практичнее. Зачем вам носить целый компьютер? Возьмите вот это тело, оно проще, оно удобнее вам. Тело человека дается для того, у кого есть амбиция. У вас есть амбиции? Какая амбиция? Я хочу понять, в чем смысл всего этого творения, кто я вообще такой в этом всем творении. То есть это тело позволяет разобраться в этом, потому что это сплошной космос, как на занятиях вчера преданный сказал, говорит, это сплошной космос. Непонятно ничего. Но человеческое тело позволяет разобраться в этом. Для чего? Чтобы мы могли методично, шаг за шагом, достичь совершенства. Потому что каждый из вас рожден для великого. Вы рождены для того, чтобы достичь совершенства, не для того, чтобы просто есть, спать и так далее, а для того, чтобы достичь совершенства. И есть и спать нам нужно только для этого, чтобы достичь совершенства. Мы должны хорошо есть, хорошо отдыхать, но только с этой целью. Наша цель в жизни не для того, чтобы обеспечить себе красочный сон и красочный отдых. Наша цель в жизни – понять, каково мое место в этом мире. И солнце помогает нам в этом. Когда я открываю, говорю, представьте, вот жить в кромешной тьме. Вот вы открываете глаза, и ничего не видно. Представляете себе эту картину? И так каждый день. Вы живете, ничего не видно. Мы привыкаем к этому темному колодцу. Так живое существо, когда рождается в материальном мире, оно рождается слепым. Первое рождение – это слепое рождение. Слепые котята, они рождаются слепыми. Глаза закрыты. И как слепые котята двигаются? Как они перемещаются? Благодаря чему? Как-то вот на ощупь. И часто они могут сделать что-то странное, повредиться, упасть куда-то. Почему? Потому что они лишены видения. Мы каждый день произносим молитву. Давайте ее сейчас все вместе произнесем. Ом агьян тимиранга сягьянан джинаш лакая чакшурун милитамина тасмай шри гуравей нама ши чайтани манубиштам стапитам гейна бутик сваям рупах кадамагьян надати свападати ванчикал патрубища крипа сину пивач патитана паваны пью вайшнава и пью наму нама джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда Шри Адвайта Гададара Чивасади Гоуру Бхакта Врит. Харе Кришна, 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 Хари Хари. Харе Рама, Харе Рама, 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 Хари. И в этой молитве мы говорим, Ом Агьяна Тимиранга Ся. Я рожден в Агьяне. Вот когда плод рождается, он рождается в каких-то водах околоплодных, да, они отходят, и он рождается в какой-то среде. Вы знаете, в какой среде мы родились? А? Агьяна, агьяна. Среда это называется агьяна, это лишенное знание. Мы рождаемся в невежестве. И это невежество соткано из тимиры. Тимира это темнота. Омагьяна тимирангаси. Гьянанджана шалакая. Духовный учитель дает нам бальзам знания. Шалака. Это бальзам гьяны. Ребенка смазывают, если нужно, бальзамом. Если это необходимо, если его кожа пересыхает. Солнце каждое утро восходит, только с одной целью.
чтобы указать нам путь Дхармы. Оно дает свет. Но сам путь указывает духовный учитель. Духовный учитель, он капитан. В темноте очень сложно плыть. Мы видим, как эта вся команда в теле духовного учителя воплощается, все полубоги. Все лучшие качества в нем проявлены. Священный Тайгора Чандраки, Шиджигна Чуладевича Субадрамайки. И солнце — это как светильник, как маяк. Но духовный учитель показывает, он дает нам карту. Гьяна — это карта. То есть он помогает нам разобраться на местности. И смотрите, солнышко дает нам видение, и солнце дает нам силу. Вот мы утром просыпаемся, и мы чувствуем бодрость духа. Если в нашей жизни есть цель, мы ощущаем бодрость духа. Если цели нет, то что мы ощущаем? Потерянность и разбитость. Видите, как... какая большая ценность мировоззрений. И солнце – это сопутствующий фактор. Вот если солнышка нету, я даже не могу прочитать, я даже не вижу. Солнце на каждом шагу сопровождает нас, помогая нам в движении дхармы. И духовный учитель, он берет нас за руку, и он указывает нам путь этого движения. И солнышко нас сопровождает на этом пути, давая силу. Каждое утро солнце в нас верит. Солнышко восходит и верит. Говорит, я в тебя верю. Я тебе даю свет и силу. Но если я лентяй, если я специально не хочу, я говорю, зачем мне эта жизнь? Хочу я быть водяным, но это уже из болота, да? То даже солнышко не в силе помочь нам. Да. Все равно мы чувствуем апатию, да, бессилие. Поэтому в одном из комментариев к «Нектару наставлений» Шрила Прабхупада говорит, важна позиция преданного на духовном пути, его позиция. Ему могут все дать, все разжевать, положить в рот, все рассказать, вдохновить. Но важна позиция преданного. Потому что когда у нас есть светильник, у нас есть карта, у нас есть инструмент. Ну, и что дальше? Все у нас есть это. У нас есть Бхагаватам на полке дома, у нас есть кантималы, есть одежда, у нас все это есть. И что дальше? Иногда преданные говорят, что-то я не очень прогрессирую. Поеду я в Гималаи прогрессировать. Да. Господь Чайтанья Брахманкурме говорил, оставайся здесь. Брахманкурма хотел все оставить и поехать за Господом Чайтаньей. Оставайся здесь и проповедуй. Проявляй активность. Реализуй каждый день это знание, которое ты получаешь. Вот каждый день, мы Божий день просыпаемся, и что мы делаем? Мы пытаемся стать преданным. Это правильно. Это называется disciple, ученик. Если я каждый день утром просыпаюсь, и я все знаю, просто все знаю, не мешайте мне, то значит, что-то не так становится в моей жизни. Знание помогает человеку понять, кто-то из вас сказал, да, что я незначительный. Когда мы читаем эту космологию, движение солнца, светилы, двипы, эти расстояния безмерные, мы начинаем смотреть ночью в небо, и мы видим не просто
скопление газов, да? Астрономы видят газовые скопления в одной из вселенных, в одной из скоплений. Спектральный анализ показал, что там есть молекулы спирта. Вчера мы читали о том, что в окружности одной из двип, она окружена хмельным океаном. Оказывается, это правда. Джамбудвипу, на которой мы с вами находимся, ее омывает соленый океан. Следующая двипа, Шалмали-двипа. На этой двипе, кстати, на Плакша-двипе. На Плакша-двипе поклоняются солнцу как проявлению Господа, Божества. И мы обсуждали вчера эту тему, что на разных планетах, на разных двипах они поклоняются разным божествам. И они поклоняются им как проявлением Господа. И я подумал, зачем они поклоняются? Ведь можно же поклоняться Кришне. Они поклоняются как Вибхути, его могуществу, его великолепию Кришны. И это также одна из частей, которую нам нужно заполнять в нашей жизни, потому что мы говорим, что Кришна – высшая цель. Но нашего знания о Кришне недостаточно. Вот как мы говорим, лампочка. Вот, говорит, используйте лампочку. И ребенок, он не совсем понимает, что такое лампочка. И вот нам нужно изучать эти темы и понимать, как Кришна проявляется в этом мире, как проявляется его вибхути, и понимать, для чего это нам нужно. А? Да, вот это называется йога или связь, или мировоззрение. Мы начинаем видеть цельную картину мира. Когда мы видим цельную картину, это красиво. Вы знаете, что художники не любят показывать какие-то недоделанные работы. Да? Кто-то соприкасался с этим? Художник скрывает это, потому что когда мы не видим цельную картину или видим ее недоделанной, что у нас возникает внутри? Советчик. А вот ты вот тут доделай, а вот тут доделай. А почему же ты тут не сделал? Говорит, подожди, подожди, иди погуляй. Вот так же самое, когда у нас нет вот этого видения, мы думаем, что мир нужно поменять. Его нужно усовершенствовать. Он такой несовершенный, его нужно улучшить, этот мир. Да. Вот как-то, ну, ненормально, зачем рекам течь в соленый океан? Ну, зачем? С вершин гор и течь в соленый океан. Давайте наоборот повернем их. Давайте улучшим. Сделаем практичнее для нас. И вот это подобно ребенку, который в песочнице копошится, и строят песочные замки. И мудрецы, которые знают, они с улыбкой к этому относятся. Поэтому мы читаем такие книги, как «Наука самосознания», «Жизнь происходит из жизни». И мы слышим, как Прабхупад зачастую он называет там ослы там, и так далее. Я когда первый раз читал, как-то немножко возмущается, ну нехорошо так неуважительно относиться к светилам науки. Но когда мы ближе узнаем Прабхупаду, мы понимаем, что он неуважительно относится к светилам науки. Он, ему жалко смотреть на то, что мы принимаем за свечение, что это светлячки, это не свет, это просто светлячки, это мыслительные домыслы, измышления. Нет руководства в жизни, нет дхармы. Потому что именно дхарма позволяет нам эволюционировать. И так как нет этой идеи вообще, что есть эволюция сознания, есть просто эволюция видов, все сосредоточены на этом, чтобы улучшить тело, улучшить вид, сделать голубые глаза и русые волосы, и загар приятный. Все, только на этом сосредоточена вся цивилизация. О сознании никто не думает. Поэтому в следующей жизни такой человек рождается где-то собакой. Прабхупада о каком-то деятеле
большом деятеле. Как вы думаете, где он родился? Он родился в Британии, он родился собакой у лорда. Хорошая жизнь с собакой, ну, никто не против такой жизни, когда все есть. Ну, а какой смысл в этой жизни? Это пустая трата времени. Пустая трата времени. Еще много-много лет эволюционной лестницы. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, лучше я рожусь насекомым в доме преданного. Конечно, мы понимаем, что это не произойдет с ним. Но такова ценность общения с преданным. Лава матра саду санга сарва сидхи гой. Одно мгновение общения с такой душой позволяет человеку достичь совершенства. Потому что за одно мгновение мы получаем все. Вот сейчас мы изучаем Бхагаватам. И мы видим, как это не просто все устройство. Но все это устройство есть в сердце Вайшнава. Тот, кто знает Кришну, тот знает все. Это не для красного словца. Мы видели, как Кришна Арджуне за несколько минут показал все в этом мире. Мы можем долго-долго разбираться, но без Вайшнава это, как говорится, кто-то ногу себе сломает, да? Здесь не разобраться. Поэтому мы обращаемся к саду, к Вайшнаву, к преданным, к духовному учителю. Омагьян Тимирангаси, Кенанджанаш. Он дает нам бальзам. Он делает нас квалифицированными увидеть за всем происходящим сверхдушу, сверхсознание, которое пронизывает все, но в то же время стоит в стороне. В стороне за этим солнцем, как Сурья Нараяна. Но мы не видим его там. Мы видим гигантский диск. Но Бхагаватам оживляет все это. И за этим сложным механизмом стоит Кришна. Изогнутый в трех местах. Трибангала лита. Умтад Вишну Парамам Падам Сада Пащаянти Сурайо. Каждое утро мы молимся, и говорится, что подобно тому, как мы с вами видим восходящие лучи солнца, очень ясно. Так же самое, великие души, они видят Кришну, они видят Его обитель, и они могут нам ее подарить. Хорошо, преданные, я на этом остановлюсь. Может быть, есть какие-то комментарии, вопросы, дополнения, важная тема. Да. Спасибо большое за вопрос. Всем понятен вопрос? В чем противоречие? Что в ведические времена шудрам не позволяли соприкасаться с шастрой. Да. То есть мы, ну, началось с того, что чистая жизнь предназначена для самосознания, для совершенства, и тем не менее шудрам не позволялось соприкасаться с шастрой.
Но мы с вами живем в Кали-югу, Калаушудры Самбава. Это эпоха, когда большинство людей шудры, то есть, другими словами, не квалифицированы для того, чтобы соприкасаться с шастрой. Смотрите, в чем суть. Суть не в том, что им было запрещено соприкасаться к шастрами. Им, вот смотрите, если шудра соприкасается с шастрами, вот первый признак этого, он неправильно использует шастру. Неправильно. То есть, это, знаете, как сумасшедшему дать меч. Он просто покалечит и себя, и других. Он начинает нагнетать атмосферу, начинает всех строить вокруг, начинает создавать массу сложностей и беспокойств. Вот что значит шудра взял шастру. Поэтому он изучает шастру в каком-то коллективе, под руководством. И ровно дозировано. Потому что браман, он вот берет от начала до конца, он изучает, и он может передавать шастру. Шудра изучает шастру дозированно, вот ровно столько, сколько ему нужно. Ни больше, ни меньше. И это определяют браманы, кшатрии, вайши. Да, те, кто с ним взаимодействует. Они дают ему знания ровно столько, сколько нужно. Поэтому шудра изучает, соприкасается с шастрой под руководством. Браман может взять книгу и изучать самостоятельно. И то мы знаем, что есть преемственность, да? То есть он получает этот сашнур и так далее. Мы читали про Чаду Барату, да? Как его отец пытался обучать и так далее. То есть он уже рождается в этой семье. Шудра рождается среди шудр в таком обществе. Поэтому его обучают старшие сословия, он не в семье обучается. И он не передает знания. Ну, имеется в виду из категории шастры. Он может передавать ремесло, он может передавать ну, какое-то прикладное что-то. Это один момент, да? И второй момент, то, что вот этот момент, кстати, показывает уникальность того, где мы находимся. Почему? Знаете, вот часто говорится о Господе Чайтане, прославляется все это, но мы все равно не понимаем, потому что мы воспринимаем задолженность, мы не понимаем, что значит я шудра или вообще млечка. Просто я воспринимаю себя таким, как я есть, мне не с чем сравнивать. Потому что мы не соприкасаемся с людьми высокой категории. Для нас высокая категория – это просто, там, не знаю, одет в костюм и на крутой машине ездить. Но это абсолютно не показатель. Поэтому мы воспринимаем все как есть. Но в действительности то, что мы имеем от Шилы Прабхупады, то, что мы имеем от Господа Чайтани, это просто дар. И Господь Чайтанья себе это позволил. Почему? Потому что он имеет право. Это все принадлежит ему. И мы шудры. Он пришел к нам и попросил нас петь. И потому что мы начали петь, потому что у нас есть вот это некое доверие, мы становимся квалифицированы изучать. Поэтому мы начинаем свою духовную жизнь не с изучения, согласны? Мы начинаем с благочестия. Мы начинаем кушать просад, мы начинаем чистить овощи, мы начинаем приходить на программы. То есть Кришна говорит, даже не Кришна, духовный учитель, Шрила Прабхупада. Он молится за нас. Ученики спросили, неужели у нас столько благочестия, что мы вот сейчас практикуем, следуем, изучаем. Прабхупада говорит, это я создал ваше благочестие. Просто благодаря тому, что он добрый человек. Вы знаете, как на улице лежат пьяницы, и взяли, отмыли, одели и так далее. Это не их квалификация, это просто добрый человек их взял. И Прабхупада такой добрый человек. Он просто взял и помог всем нам.
силой своей молитвы Он вдохновил Кришну из сердца, нашего сердца. И, понимаете, вот шудры, млечи, яваны – это не вечная наша сварупа. Это обусловленность на данный момент. Представьте, вот просто в данный момент я в грязной одежде, которую можно постирать, можно отмыть и так далее. Опять же, мы с вами начинали с позиции, да, позиции человека. То есть шудра и так далее – это не приговор. Это состояние сознания. Калу шудра самбава, говорится, все рождаются шудры. Это не значит, что все шудры. Рождаются шудрами. Значит, потенциально шудры. Мы не знаем, кто мы, что мы и для чего мы. Как одного преданного спросили, как понять, шудра человек или нет, или если человек, он говорит, если человек спрашивает, чем мне заниматься, это значит, он шудра. Он не знает. Он спрашивает, чем мне заниматься? Это значит шудра. То есть шудра – это неплохой человек. Просто он не ориентируется, не понимает. Но в какой-то момент, когда читодарпана маджанам происходит в нашей жизни, когда зеркало сознания очищается, человек становится брахманом. Вайшнава – это лучший из брахманов. Брахман – это не просто начитанный человек, который цитирует стихи. Брахман – это тот, который понимает суть вещей. Он понимает логику шастры. Ему не обязательно знать все километры и все йоджаны. Но он понимает логику шастры. Логика называется йога, связь. Он осознает связь всего со Всевышним. И он так видит. Вот как Вильдарань Прабху одевает очки, он видит. И Браман, он видит шастра Чакшуша через призму шастры. Да. Это ответило? Да, когда спасибо. Мы сказали о том, что благочестие. Шастре мы находим три категории благочестия. Это карма сукрити, гьяна сукрити, бхакти сукрити. Конечно же, имеется в виду бхакти. Но бхакти – это царица всех благочестий. И это благочестие, оно проявляется в разной степени. Первый признак этого благочестия – это клеш огни, уходит страдания. Даже на физическом уровне. И шубхада, человек начинает процветать. В хорошем смысле слова, это не обязательно какое-то извращенное процветание. Да? В хорошем смысле слова, к нему приходит процветание, умиротворение. Вот это первые признаки духовного благочестия. Шубхада и клеш огни. И это бхакти сукрити дает. Прабхупад дает. Что мы с этим сделаем, неизвестно. Есть люди, масса ситуаций, которые выигрывали лотерею там миллионы долларов, и потом через 3-5 лет их находили где-то на улице, собирающими подаяние. Поэтому это всегда лотерея. И опять мы возвращаемся к теме нашей позиции. Какую позицию я занимаю. Поэтому нам нужно взяться за кончик дхоти нашего духовного учителя. Потому что этот путь, ну, когда скорость начинает повышаться, любое движение руля неловкое, может окончиться очень неудачно. Поэтому лучше медленно, но уверенно двигаться к цели. И брать уроки руководства, советоваться с духовным учителем, с наставником, правильное дело,
Еще один признак шудры то, что он начинает гордиться, не как кажут, нема підстави, а гордость есть. То есть повода нету, но он даже грошом будет гордиться. Поэтому нам очень важно изучать, получать знания под руководством. Тогда мы обезопасим себя, потому что знание – это сила. И знания нужно получать обязательно. Нужно стремиться получать знания. Для этого солнышко каждый день встает, чтобы мы получали знания. И дает нам шанс к самоосознанию. У всех нас есть шанс. В эту Кали-Югу приходит Господь Чайтанья. И Он особо милостив к патита павана, к падшим. Понимаете? То есть есть некие закономерности. Но мы попали в как раз в эту зону милости. Патита павана. Значит, к падшим Он особо благосклонен. И нужно воспользоваться этой неудачей. То есть мы не родились в каких-то великих семьях, мы не имеем какого-то достояния, потому что мы видим сплошь и рядом, там, то Индра возгордился, то тот возгордился, то тот что-то не так сделал. Но нам на данном этапе особо-то и гордиться нечем. И слава Богу. Но это не значит, что мы должны быть теперь какие-то забитые, ущербные, потому что достоинство исходит из возрождения своих отношений с Кришной. Он самый богатый, самый красивый, самый могущественный, самый талантливый, сильный. И это ваш отец. Это родной отец ваш. Вы дети миллионера. Того, кто создал все эти миры. Движение солнца, движение этих мандал, все планетные системы. И он ваш родной отец. Неужели это не удивительно? И с этим сознанием мы вступаем в жизнь. Утром наш разум осветлен, очищен, и теперь мы готовы действовать в течение дня с таким сознанием. Правда? Кто готов действовать с таким сознанием? Да. Шрила Прабхупада ки, Гранта Рачиман Бхагаватам.